Километры трусцой – это не только залог бодрого утра, но и крепкого здоровья. В Йошкар-Оле прошел традиционный молодежный забег «Беги за мной». На дистанцию в 2,5 километра вышли и профессионалы, и любители. Всего более 400 студентов вузов и СУЗов республики. Напомню, что всероссийская акция «Беги за мной» стала уже традиционной и проводится во многих городах России, в том числе и в Йошкар-Оле. Впрочем, впервые в этом году в рамках акции все желающие смогли сдать экспресс-тест на наличие ВИЧ-инфекции, получить консультации и рекомендации врачей. По словам организаторов, идея проекта – вовлечь как можно больше молодежи в занятия спортом, даже не ради высоких достижений, а для собственного здоровья.